зовут Наталья, и это массажная студия Михаила Гусь. Сегодня я покажу вам антицеллюлитный комплекс, который направлен на то, чтобы избавиться очень быстро от ненужных килограммов, от лишних объемов, которое очень эффективное средство, потому что оно включает в себя моделирующий массаж, медовый массаж, вакуумный массаж, антицеллюлитные скорбирования, и в конце мы делаем антицеллюлитное обертывание. То есть это очень эффективный способ для того, чтобы быстро избавиться от лишних килограмм, для того, чтобы убрать быстро целлюлит и подготовиться к лету, к сезону, или просто привести себя очень быстро в порядок. То есть это именно то средство, которое очень быстро работает для того, чтобы избавиться от всех проблем, которые связаны с лишним весом, для того, чтобы убрать целлюлит и для того, чтобы привести себя в порядок. Вначале мы делаем медовый массаж, затем мы делаем вакуумный массаж, затем мы делаем моделирующий массаж ручной, и мы делаем скорбирование, и в конце мы делаем обертывание. То есть я вам покажу, как это все происходит, чтобы вы имели понятие о том, как один комплекс включает в себя несколько видов массажа, скорбирования и обертывания. Вначале мы делаем медовый массаж. Мы наносим специально теплый разогретый мед, только натуральный. Массаж достаточно легко переносится, но дает очень большие, как быстрые результаты по избавлению от целлюлита и лишних килограмм. В некоторой степени этот массаж даже приятен. Мед глубоко расслабляет, выводит токсины, лишнюю жидкость, подтягивает кожу, открывает поры, выводит лишнюю жидкость. И убирает объем. Теперь мы перейдем к следующему этапу. Это будет вакуумный массаж тела. Сейчас мы его покажем.
наносим специальное антицеллюлитное масло. Пользуемся мы только органической косметикой, натуральной, без всяких синтетических добавок, отдушек, которые гипоаллергенно подходят абсолютно всем, не вызывают аллергии и раздражений. Это касается и обертываний, и скрабирований, и масел для массажа, и всей основной косметики, которые используются в нашей студии. Теперь мы переходим к вакуумному массажу, который очень широко применяется, распространен для того, чтобы избавиться от целлюлита. Убрать лишние объемы, подтянуть кожу. Действуем мы локально на проблемные места. Следующим этапом у нас будет скрабирование. Для того, чтобы подготовить кожу к последующему нанесению антицеллюлитного обертывания. Как мы уже говорили, используем только органические скрабы, органическую косметику. Вся она основана на травах, эфирных маслах, натуральной соли, натуральных специях, которые очень эффективно борются с проблемами, такими как целлюлит, жировые отложения, лишние килограммы. Для того, чтобы выровнять тургор кожи. Что дает очень хороший результат. Быстрый. И первый результат можно уже, в принципе, видеть и ощущать после первой процедуры такого комплексного массажа. Сейчас я сниму остатки скраба, и мы перейдем к моделирующему массажу и последующему обертыванию антицеллюлитному.
Теперь мы делаем третий этап нашего моделирующего массажа и целебного комплекса. Такой слим-массаж, моделирующий массаж. Для того, чтобы подкорректировать глиняные места. Наносим антицеллюлитное увертывание. Обертывания каждый раз могут быть разными. То есть это и грязевые, водорослевые обертывания, и различные обертывания со специями, специальные смеси, которые разогревают, которые вводят лишнюю жидкость с кофеином. Подбираются эти обертывания индивидуально от проблемы клиента и яркости выраженности целлюлита.